Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках рабочей поездки в города и районы Сагдийской области в Худжанде открыл новое современное здание Центра профессионального обучения и обслуживания, которое построено с современным дизайном и в соответствии с национальными и международными стандартами, сняв занавес символической таблички. Созданные условия в данном центре позволяют организовать обучение в две смены для 200 человек, и таким образом в год более 2300 человек будут охвачены профессиональной подготовкой. Центр профессиональной подготовки и обслуживания состоит из просторного учебного класса с 25 компьютерами, зала прохождения практики, многофункционального зала, консультационных кабинетов, санитарно-гигиенических кабинетов, просторных рабочих помещений для администрации, трех учебных мастерских, библиотеки для людей с ограниченными возможностями, конференц-зала на 150 посадочных мест и других вспомогательных помещений. Новый красивый и современный объект построен в рамках указаний и поручений лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в честь празднования великого национального праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан с целью обеспечения и создания новых рабочих мест, повышения профессиональных навыков и охвата населения постоянной занятостью. Объект состоит из трех этажей и возведен с целью привлечения инвестиций в производство, совершенствования профессиональных навыков в рамках двустороннего сотрудничества между правительством Республики Таджикистан и партнерами по развитию. Строительство объекта началось в августе 2022 года и завершено с высоким качеством и установленные сроки. После ввода в эксплуатацию данного центра 50 человек обеспечены постоянной работой. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что в центре наряду с изучением 5 видов профессии, в том числе мастера электрика, сварщика, штукатура и мастера по установке солнечных панелей, налажено обучение корейского, английского и русского языков. Каждый слушатель после окончания учебы получает международный сертификат. Также в здании размещаются сварочные, отделочные цеха и склад для хранения электрооборудования. На базе данного центра для улучшения обслуживания молодежи и женщин планируется создать 3 новых центра развития навыков, которые будут оснащены необходимым оборудованием. В центре профессионального обучения и обслуживания проводятся теоретические и практические занятия. Созданные в данном центре условия позволяют независимо от возраста лицам, желающим освоить профессию, бесплатно пройти обучение. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в ходе ознакомления с новым объектом дал ответственным лицам конкретные указания по охвату населения постоянной занятостью, подготовке специалистов, отвечающих требованиям рынка труда внутри страны и за рубежом.